Об этом информации очень мало дают экскурсоводы. Я думаю, что эту книгу надо читать, читать и читать. Надежда Савицкая экскурсии проводит четверть века. Многие маршруты знает наизусть. Но каждый раз, признается маэстро сакральных знаний, она сама открывает для себя уже знакомые объекты с новой стороны. Есть у нее и свои профессиональные секреты. Один из них – источники информации. Они, как утверждает Надежда Савицкая, не в интернете, в книгах. Я, чтобы у меня была информация всегда под рукой, собрала себе очень большую коллекцию. То есть в библиотеку я тоже прихожу, но у меня дома более 500 книг, посвященных Севастополю и Крыму. Причем это издания, которые я покупала где-то там у бабушек на развалах, в букинистических магазинах. Издания, начиная с 50-х и даже раньше, очень интересные издания 70-х, 80-х годов, где информация была выверена очень четко, точно, и мне было не стыдно за ту информацию, которую я даю туристам. Самая большая сложность в работе, ножи плюс, это люди. Все они разные, и каждому рассказать нужно так, чтобы было и понятно, и интересно. Надежда цель перед собой поставила четко. Ее задача – влюбить в Севастополь. И как иначе? Город особенный, удивительный, со своими тайнами и богатейшей историей. Павел Степанович Нахимов – один из выдающихся жителей нашего города. В честь него на сегодняшний день названа самая центральная площадь, городской район города. Главная награда, признается Надежда, это интерес в глазах. Сначала гостей города, а потом уже старинных друзей. Со многими она общается уже много-много лет. И каждый раз после вдохновенного рассказа о любимом Севастополе слышит спасибо. Накануне профессионального праздника те, кто ежедневно посвящает себя городу и людям, в центре внимания. Общество с ограниченной ответственностью «Черноморская турлига». Приглашаем. Пандемия стала настоящим испытанием и для представителей этой профессии. Экскурсии не проводились, нельзя, опасно. Но они не сдались, придумывали новые форматы, уходили в онлайн, рассказывали и поддерживали эту тонкую связь между городом, его гостями и жителями. И, конечно, строили планы на будущее. Мы планируем, что в этом году у нас будет проведен и туристический форум. Мы сейчас обсуждаем его детали. И обязательно с туристическим сообществом тоже вместе будем его наполнять различными направлениями. А важно, и безусловно, мы примем участие, это проведение туристических выставок в Москве. В марте, в апреле мы тоже планируем участие с стендом нашего региона и с представителями туристического бизнеса. Такая работа уже сейчас ведется, подготовительная. И, конечно, есть очень много вопросов на повестке, которые нам нужно будет с турсообществом решить. В честь Всемирного дня экскурсовода правительство совместно с туристическим сообществом 20 и 21 февраля подготовило несколько бесплатных экскурсий по городу, которые сможет посетить каждый желающий. Группы будут соблюдать все меры безопасности. Валерия Окунева, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.